Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». И сегодня мы будем готовить кабачки, запеченные с овощами и курицей. Итак, для этого нам понадобятся кабачки. На порцию из 4 человек я беру 3 кабачка, 2 помидорчика, 2 лучка, 150 грамм сыра. Также нам сегодня понадобятся специи: паприка, куркума, соль, ну и, конечно же, куриная грудка. Начнем готовить. Итак, начнем с помидорки. Убираем, как всегда, у нее сердцевинку. И будем разрезать на дольки. То же самое проделываем со второй помидоркой. Убираем сердцевинку. И также режем на дольки. Дальше берем лук. Сегодня я взяла красненький. Мы его будем резать меленькими-меленькими кусочками. Вот таким образом. Теперь принимаемся за курочку. Ее будем резать мелкими кусочками, мелкими кубиками. Срезаем мякоть с косточки. Так. И начинаем нарезать. Вот таким образом. И мелкими кусочками. Теперь в нашу порезанную курочку мы добавляем куркуму, паприку и немножечко соли по вкусу. Также мы добавляем сюда наш лучок и все это перемешиваем. Пока мы будем готовить кабачки, наша курочка немножечко настоится. Вот таким образом перемешиваем. Приступаем к нашему кабачку. Так, отрезаем у него все ненужное. С другой стороны тоже. И начинаем его очищать. Вот таким образом чистим все 3 кабачка. Очищаем кожуру. Теперь разрежем каждый кабачок на 2 половинки. Вот таким образом. Следующий. Теперь мы убираем из кабачков сердцевинку. Теперь натираем сыр. У нас твердый. И 150 грамм нам будет вполне достаточно. Вот столько сыра у нас должно было получиться. И мы будем посыпать наши кабачки. Итак, вот такие лодочки у нас получились. Очищенные кабачки. Мы их выложили на противень. И сейчас будем на них выкладывать помидорчики. Помидорчики мы выкладываем вот таким образом. Сверху мы выкладываем мяско, нашу замаринованную курочку мы выкладываем поверх помидорчиков, не сильно много, вот таким способом, на все наши лодочки.
Вот такие кабачки у нас получаются. Теперь мы будем посыпать их нашим сыром. Сверху не жалеем сыра. Аккуратненько. Вот так посыпаем наши кабачки. Чтобы они запеклись у нас. Мы нафаршировали наши кабачки, и сейчас мы будем отправлять их в духовку, в разогретую духовку на 180 градусов на 35 минут. Прошло 35 минут. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Ну, кабачки, кажется, дошли у нас. Будем вытаскивать. Посмотрим, что у нас получилось. Кажется, дошло. Сейчас выложим на тарелочку аккуратненько и разрежем. Выглядит очень даже красивенько, симпатично. Разрезаем. Ну, давайте попробуем, что у нас получилось. Как вкусно! Вот такие фаршированные кабачки у нас сегодня получились. Очень вкусное, диетическое блюдо. Надеемся, что вам понравилось. Если блюдо понравилось, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки. Готовьте с нами, готовьте вкусно. До новых встреч! Много новых рецептов впереди!